Друзья, зашел у нас в лес прогуляться, смотрите, что нашел. И все такое чистенькое, хорошенькое. Ну ладно, пойдем дальше погуляем. Смотрите, друзья, какая красота. Но тоже все в тропинках. Тоже все истоптано. Вот. Пока вот что успел собрать. Но я сегодня грибы не собираю, просто хожу, гуляю. Погнали дальше гулять. И вот в траве нашел вот такое чудо. Возьмем. Хозяйка дома разберется. Годен он или нет. А вот еще какой красавчик. Да, ребята, я их срываю. Тут ничего нет страшного. Ничего страшного в этом нет. Вот так вот. Так что можете дизлайки ставить. Ребят, смотрите, какой красивый лес возле дома. Грибов мерено-немерено. Ну и народу тут уже видно. Изрядно походило, и на квадроциклах уже поездили, и на вазиках. Вот, как-то так, друзья. Ну, хожу, гуляю. Свои 20 тысяч шагов в день наматываю с утра. Всегда, когда есть возможность, иду наматывать свои шаги. Ну, погнали наматывать дальше. Будем включаться на интересном. Ребят, какой муравейник большой. Из него грибы растут. Вот. Прикольно. Ну-ка посмотрим на агрессивность. Ух, ух, ух. Кусают. Все, понятно. Проверил я, что хотел. Два рябчика кричат, один с той стороны, другой сзади. Тот, что сзади, замолчал, и тот тоже замолчал, что-то не пойму, почему. Погода вообще замечательная. Тут должны сейчас все пищать, перекрикиваться. Вот, ну увы, что-то замолчали. Друзья, смотрите, какое чудо. Какие грибы прикольные. Гляньте, прикольно. Классные такие. Еще одна вот такая, ребят, находочка замечательная. Идем дальше. Так, еще один красавчик. Эх, немножко поели тебя. Не дождался ты меня, да? Ну ладно, пойдет. И такой пойдет. Пошли дальше. Листочки я, ребят, раньше не находил у нас в лесу. Но здесь они вот тоже у нас есть. В очень маленьком количестве. В основном вот такие красавцы. Видите, мох пошел влажный, и лисички даже попались. Погнали искать дальше. Вот еще парочка. Так, непонятно. Что, ребята, они какие-то зеленые. По-моему, это... Нет, это не наш кандидат. Они зеленеют, когда до них дотрагиваешься. Когда нарушаешь их не споры, начинают зеленеть. Это не наш, ребята, выбор. Друзья, вот и наш легендарный красноголовик. Вот он, красавец. Блин, уже тоже подъелись. Успели. Гады эти, слизнявые. Но мы продолжаем ходить по лесу. Так, друзья, еще один красавчик. Прям вообще красавчик, красавчик. Тут где-то я еще видел большой гриб. Ага, вот он. Стоит еще один. Красавелла.
Вот это вообще богатырский парень. Опа. Вот такой вот. Ну что, погнали дальше? Друзья, буквально минутку леса вам в уши. Друзья, я своим глазам не верю. Вы только гляньте. О-о-о-о-о. Смотрите, какой. Огромнейший просто. Обалдеть. И не съели его, в принципе. Вот это наход. Что-то, друзья, за километр примахает. Что-то едет к нам. Посмотрим, что там за корыто едет. Все скрипит, гремыхает. О, УАЗик, слышу. Вроде как. Это у нас вот тут грибочек повесил. Так, и что же у нас тут ездит? А, вон у нас что тут ездит-то. УАЗики, друзья. Еще и небось с дровами едет УАЗик. Ребята, мусор УАЗик выкидывает в нашем лесу. Вот, блядь, что за человек. Взял мусор, выкинул, а? И поехал дальше. Я думал, за дровами едет. А у него тут свалка. Да? Я не поленюсь, даже пройдусь. Посмотрю. Что-то белое, типа мешка валялось. Опачки, ребята. Это был телек, а не мешок. Вот вам, пожалуйста. Вот так вот. А этого, ребята, не было. Когда я здесь проходил ранее. Вот так вот, друзья, оленям доехать. Оленям доехать до мусорки. Да, ребят, буду я искать этот УАЗик. Он уехал дальше, короче, свинтил. Буду я его искать, его номер, и обращусь куда надо. Потому что это не дело, ничего себе. Тут живем и тут же срем. Ну это что за воспитание? Ну и кого он сможет воспитать? Нет, ребят, это неправильно. Это должно быть наказуемо. Опа, еще один красавчик. Только камеру выключил. Вот такой вот.
красноголовик. Молодчина. Идем дальше. Еще один красавец. Опа, вот такой. Отправляйся к нам в пакетик. Идем дальше, ребят. Иду уже к машине. Что будет попадаться, то будет снимать и срывать. Погнали. Ребят, посмотрим, не подвела ли меня интуиция. Наш ли это кандидат? О, да, это наш кандидат. Не зря я сюда пошел. Думал, хорошая какая-то такая полянка сухая. Посмотрю-ка я здесь. Идем дальше. Итак, друзья, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, дабы не пропускать новые видео. Пишите комменты. Вот так вот у нас обычная прогулка превратилась в сбор грибов. Ну, я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока. Да, чуть не забыл, ребята, результат-то показать. Ну, короче, вот таких красавцев штучек 10-15. Вот таких красавцев они преобладают. Несколько лисичек есть. Как-то так. Пока-пока.